Репортер за лаштунками предпрем'єрної «Москомедії». Глядач нарешті побачить постановку Дерибасівської, яку планували показати ще на початку березня. За сценою хвилювання і велике бажання показати те, що так довго готувалося. Подивимося, що ж вийшло. Перед нами повноцінний сюжет, зібраний з десятків історій Михайла Жванецького. Його герої проживають своє унікальне життя. Але це все на сцені. А за лаштунками – переживання, які за яскравими костюмами зовсім не приховаєш. Ну, слава Богу, собрались, оптимальный состав здоров, можем работать. Конечно, было сложно, потому что все-таки откладывалось из-за всяких карантинных мер. Вот. Но, тем не менее, процесс произошел, мы работаем, мы воодушевлены, мы переживаем, мы на нерве, так что все хорошо. Вот этот вот хороший творческий вот нерв, который я чувствую сейчас, он передается, он присутствует у всех. Мандража нет, потому что уже не первый год в театре. Очень такое какое-то торжественное настроение, потому что каждая премьера – это всегда большой праздник. Как для, ну, для нас, для артистов, так и для театра. Тем более в нынешних условиях, карантин. Постоянно находились в карантине, очень мало было спектаклей. Поэтому каждый выход на сцену – это праздник, особенно когда премьера. Поки на сцені за допомогою декорацій оживає Одеса, колектив театру наводить останні штрихи. Сказати, що мандраж відчувається – збрехати. Але атмосфера з видом на глядацьку залу і справді чарівна. Поки глядач ще не в театрі, навколо співають солісти, повторюються репліки, репетують танцюристи і оркестр. А ті, хто будуть допомагати в тилу, подумки підтримують і готуються прийти на допомогу в будь-яку хвилину. Поправити костюм або зачіску, перевірити мікрофон і наявність необхідних у відіграші деталей. Наконец-то мы играем премьеру, которая должна была состояться еще 6 октября 2020 года. Конечно, вот эти 7 месяцев практически, которые мы... Месяц работаем, 2 недели не работаем, 2 месяца работаем, месяц не работаем. Поэтому, конечно, это очень сложно для творческого коллектива. Ведь каждый, как блюдо на кухне, оно должно созреть и приготовиться. И на каком-то пике мы с вами его выключаем газ и наслаждаемся удовольствием потребления этой пищи. Вот то же самое и спектакль. Он должен был быть на взлете, поэтому нам было очень сложно все это несколько раз начинать, несколько раз. Мы как-то пытались не очень долго репетировать. Неделю репетировали один спектакль, потом другой, потому что у нас сейчас на выпуске через неделю еще и возобновление «Ханум». И этот спектакль, знаете, до такой степени одесский, и он до такой степени нам всем близок, что все трудности мы преодолели. Десь за півгодини до початку прем'єри в театрі стає тихо. Сцена до приходу глядача прикривається завісою, реквізит розставляється на свої місця, а актори завершують приготування в гримерках. Вже за кілька хвилин те, що так довго репетували і створювали, оживе на сцені. А це та сама тітя Сара, яка сидить на лавочці і знає все про все. А от сьогодні утром актер Ігор Шинзон з вулиці Оланжероновський ушов мужчина. Каким он был? Вам случайно неизвестно? Ага. Дайте момент. Подключаюсь к одесским событиям. Ловлю сеть слухов. Сопоставляю, сканирую наблюдения. Есть! Премьера пройдет хорошо. Руль. Самоигралка, конечно, безусловно, потому что я играю тетю Сару, Сара Давидовна Гоцман. Вот, и как бы, конечно, не хочется играть национальность, но одесситку я обязана сыграть. Поэтому, ну, роль, она вангует. Она знает та, которую называют лучшая пошуковая система в Одессе, которая знает все и вся и про всех. Потрібний настрій глядачеві допомогли створювати і за допомогою невеликих виставок фойє. Тут без винятку все говорить про справжню Одесу. Є на що подивитися і про що поговорити. У театрі підготували галерею з фотографій одесита Бориса Бухмана, а також картини Ігоря Летинського. Більшість мотивів полотен несподівано збіглися з деякими сценами з вистави.
Это совместный проект с моим другом Сергеем Титенко, и он меня пригласил, он знает мои работы, знает то, что я пишу Одессу акварелью, и у него как бы появилась идея совместить акварель с черно-белой фотографией, фотографией старой Одессы, и он меня пригласил участвовать в этом проекте, и таким образом мы познакомились с театром. Глядач поступово заповнює зал, а головні дійові особи шикуються за лаштунками. Ті, хто давно чекав на прем'єру, уважно вивчають програму і аплодують, закликаючи артистів і оркестр до початку. Вперше в Москомедії спектакль супроводжується українськими субтитрами на екрані над сценою. Можна сказати, що герої заговорять одночасно на двох мовах. Очень любим экскурсии, очень любим артистов театра. Не знаю, обожаю нашу Москомедию. Мы приехали в 97-м году, сюда очень полюбили. Попали в театр лет 15 назад и так вот дружим. Мы стараемся вообще на все премьеры ходить. А на эту пришли, потому что, во-первых, это Одесса, как можно на это не пойти. И потом нужно знать все, что в городе делается нового. Ніщо так не ранить людину, як уламки власного щастя. Все це герої вистави покажуть глядачеві у всіх фарбах у справжній одеській тематиці – з пароплавом «Одеса», шумом пробою і криками чайок. Извините, извините, пожалуйста, ви охранник этой старой рукопеди. Ну, во-первых, не охранник, а боцман, а во-вторых, не старой рукопеди легендарного парохода «Одесса». Да, а почему же легенда и в таком состоянии, да? Это вы сейчас про меня или про пароход? Артисти готові, декорації вже чекають свого часу, а третій дзвоник кличе до зали. Ну що, час піднімати лаштунки? Готові дивитися прем'єру. Тетяна Боромбій, Костянтин Нещерет, телеканал «Репортер». Кого було з ким, о чому, для кого? Да, конечно, прошу.